Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. И сегодня хочу с вами поговорить о лопатке для окрашивания амбре. Многие о ней слышали, но многие о ней мало что знают и мало кто ее видел вживую. Ну, для тех, кто, собственно, ее не видел, хочу вот вам показать, чтобы вы знали, как она выглядит. Вот такая замечательная лопатка для окрашивания амбре. Распаковывать я ее не буду, потому что, в принципе, тут и так все видно, как она выглядит. Это обычный пластик. Сюда мы накладываем блондор. Здесь у нас наша рабочая поверхность для окрашивания. Вот, очень удобная, практичная лопатка для окрашивания всевозможных техник различных, которые сегодня на сегодняшний день актуальны: амбре, черепаховое окрашивание, там балаяжи, милирование. Так что, кстати, коллеги, если вы не знали, вот, то вы можете даже использовать эту лопатку, даже когда вы делаете милирование. Вот, так что вот такая вот замечательная лопатка, очень удобная, достаточно легкая и легко ее переносить в сумке или где-нибудь, чтобы она у вас лежала. Не занимает много места, поэтому можете ее всегда брать даже с собой. Она у меня лежит в моем маленьком чемодане и много места особо не занимает. Вот, так что, в принципе, что хотел вам показал еще раз. Вот. Если же у вас будут вопросы, как ее купить, пишите комментарии под этим видео. Ссылка на наш сайт shopcoms.ru, где вы сможете заказать данную лопатку, я укажу в описании. Также укажу нашу группу ВКонтакте. Ну а с вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек. Всем пока.